108 харинам. Скажите. Знаете, это прекрасно, что именно в этом месте вы это делаете. Я думаю, что если эти люди услышат о Боге, действительно услышат, это будет здорово. Спасибо большое. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, тоже можно. Но на самом деле, сколько я читаю книг о Кришне, Кришна замечательный Бог. Я тоже играю на флейте, как и Кришна. Я читала все эти книги. И, честно, очень люблю вашу веру, очень люблю Кришну. Спасибо. А что вы чувствуете, когда поют Хари Кришна? Радость. Очень много радости. Честно. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Hare
Кришна, Кришна. Hare 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 Rama Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
святыми на Господа следует воспевать в любом настроении, при любой погоде, в любое время дня. Они доступны всегда, особо сладкие они, какие-то форс-мажорные обстоятельства, такие как сейчас. Вот. Но когда мы выходим за пределы зоны комфорта, за пределы тела и просто воспеваем для Господа, Господь становится очень удовлетворен. Не то чтобы он какой-то садист, но обычно мы окружены комфортом, обычно мы окружены какой-то зоной, в которой мы стремимся удовлетворять чувства. Говорится, что когда человек он сыт, то тогда он стремится к чрезмерным удовлетворениям чувств, которые ведут к греховной жизни, и потом он страдает. Но если человек связывает всю свою деятельность с Господом, мы идем на работу, мы говорим: «Господь, иду для Тебя на работу», или «Везем ребенка в коляске», говорим: «Господь, везу ребенка для Тебя в коляске». Потому что человек знает, что когда-то ему придется расстаться с детьми, дети словно птицы улетят, они женятся или выйдут замуж, и будет у них другая жизнь. Но если мы делали это для Господа, то мы, это наша цель, она не будет иметь какого-то конца или какого-то грустного финиша. Мы обретем внутреннее блаженство. Это трансцендентный опыт, когда человек все делает для Кришны. Вот, допустим, идет девушка в красивом пиджаке, и вы несете этот зонт для Кришны. Вот несите его для Кришны, и Господь будет удовлетворен, и вся удача будет вам сопутствовать. Спасибо вам большое. Мы будем продолжать улыбаться для Кришны, грустить для Кришны, быть здоровыми для Кришны, болеть для Кришны, работать для Кришны. И Кришна будет доволен, и вы будете вечно блаженны. Хари Кришна, вся слава Шри Прабхупаде. Хари Кришна. Марафон 108 Харинам.